Курские детей лечат бесплатно в ведущих клиниках Москвы. Более 10 лет в наш регион приезжают столичные кардиологи. Они проводят обследования и назначают лечение. Уже прооперировали около 600 человек. В том числе и благодаря этому в регионе наметилась положительная динамика по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такую статистику приводят специалисты здравоохранения. В среду они подвели итоги работы и обозначили планы на этот год. Я хочу, чтобы мне эту дырку заделали, которая у меня в сердечке. Да. У 8-летней Насти дефект перегородки сердца. Врачи говорят, состояние стабильное, но отрицательная динамика все же есть. Надеемся, что нас возьмут на операцию. Все у нас хорошо будет. Уже после майских праздников желание девочки сбудется. В Курской области порядка 800 детей имеют врожденные пороки сердца. За ними наблюдают специалисты столичного центра трансплантологии искусственных органов имени Шумакова. На прием к столичным кардиологам спешат попасть сотни детей и взрослых с врожденными пороками сердца. Только в первый день на консультации побывало порядка 150 человек. А по итогам двух дней, как показывает практика, 25-30 пациентов уже в ближайшее время поедут на бесплатную операцию в Москву. По данным специалистов, ежегодно в стране рождается около 14 тысяч детей с врожденными пороками сердца, которые требуют хирургического лечения. Здесь главное вовремя выявить заболевание. Многие пороки, они развиваются медленно. И благодаря тому, что сейчас ультразвуковая диагностика стала вполне доступной и для населения, и даже для отдаленных регионов, выявляемость этих пороков стала больше. Это не значит, что плохая экология, что кто-то виноват в этом. Просто стали вовремя это все диагностировать. Диагностика и раннее выявление заболеваний – одна из главных задач программы модернизации. В ее рамках медицину региона за последние два года вложили более 5 миллиардов рублей. Выросла заработная плата медработников. В районы по программе «Земский доктор» приехали десятки молодых специалистов. У нас были открыты 3 отделения общеврачебной практики. То есть мы развиваем медицину по принципу семейного врача, что наиболее востребовано на селе. Мы организовали кустовые ФАП, закрепили за ними транспорт. Кроме того, у нас организованы 10 домовых хозяйств. В 2013-м медикам предстоит провести масштабную диспансеризацию. Треть населения области – более 200 тысяч человек. Должны будут пройти профилактические, диагностические и лечебно-оздоровительные мероприятия. Также в этом году детские медицинские учреждения и роддомы ждет реконструкция или капитальный ремонт. Запланировано и строительство новых здравниц. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «Сейм».